Твери появится первая площадка для выгула собак. Инициативу в этом вопросе проявили сами жители. Территория будет оснащена всем необходимым для комфорта и питомцев, и их хозяев. Сегодня такие площадки возможны в каждом районе города. Все подробности далее. Сейчас эти собаки резвятся на пустой территории в районе жилых домов по улице Дачная. В ближайшем будущем это поле превратится в облагороженную площадку для выгула собак. Снаряды различной высоты, навесы от солнца и дождя, удобные скамейки. Здесь будет все для комфорта животных и их хозяев. Это первая в нашем городе, во всяком случае, точно первая площадка, где при содействии администрации района и по запросу жителей это реализуется. Здесь поступила заявка от граждан, десятки подписей. Причем самое интересное, что подписываются и просят организовать площадку и те, у кого есть животные, и те, у кого нет. Потому что и те, и другие хотят, чтобы никто никому не мешал. Чтобы бегуны бегали по дорожкам, мамы с детьми гуляли на детских площадках, а граждане с собаками гуляли на площадках для собак. Светлана Высоцкая каждый день гуляет здесь со своим любимым питомцем по имени Аль Пачино. Он дружелюбный, но ведь всем этого не объяснишь. И даже гуляя на поводке, большой пес внушает недоверие некоторых жителей этого двора. С детьми всегда хватается детей, убегают в другую сторону. Очень часто просят, на самом деле, прям агрессируют, одевать собаки намордник. Каждый раз, когда я прохожу мимо, мне приходится собаку держать. Намордник приходится надевать не только для успокоения жителей, но и из соображений безопасности самой собаки. Стекла, мелкий мусор, который питомец может ненароком проглотить. Светлана и другие собаководы, вошедшие в инициативную группу по обустройству площадки, уверены, что проблем с ее появлением станет явно меньше. Конечно же, все очень ждут, что у нас появится вот эта площадка. Люди поддерживают, готовы, значит, это самое, непосредственно участие принимать в уборке, помощи в какой-то, в обустройстве. Собаку приходится постоянно пристегиваться, и гулянка, ну, выгул собаки получается некачественный. А здесь они все вместе, им интересно, они играют друг с другом, то есть они набегают свой положенный, грубо говоря, километраж. И, соответственно, им интересно, и нам хорошо. В скором времени планировка площадки на Соминке будет готова. Тогда можно будет приступить к ее строительству. Подобный опыт могут перенять жители всех районов города. В Твери обозначили несколько десятков потенциальных территорий для выгула. Чтобы возможность стала реальностью, горожане могут обратиться к депутатам городской думы по программе реализации предложений жителей, принять участие в программе поддержки местных инициатив, либо собрать средства силами инициативной группы.